В общем, надо такое сделать, антоид. Еще масло нужно вскрыть. Значит, рукоять это... По-моему, это называется черный американский орех. В общем, мне в столярке здешней дали парни. Они мебель из него делают. Сказали, экзот какой-то. Да. Самое интересное, что он был брусочки одного цвета. И по мере того, как стачиваешь, в общем, меняется. Видите, здесь темнее стало. Здесь краснее. Вот тут дальше, не знаю, видно на камере. Вот видите, прожилки эти красные идут. В общем, еще сильнее снимаешь. Опять красный. А так у него чередуется темный, красный. Такое интересное дерево. Низ темный. И он, ну, камера не передает, но вот этот... Сейчас можно поймаю. Почему вот эта часть вообще как тигровая? Такие полосы темные, интересно. Дерево. Это рухлося. Да. В общем, материал на клинок давал заказчик. Где-то он надыбал мачете какое-то из Бразилии. Да. Ну, значит, решил он его... Она у него очень длинная, как он сказал, была. Решил он пилить кусочек для того, чтобы сделать нож. Ну, сталь такая. Блин, ну, похожая на нашу 65Г. Я не знаю. Вот она и есть. Темнеет очень быстро. Ну, хотя такая прочная, твердая. Но я его протравил. В общем, такой получился ножик интересный. Вот. Жаль, что камера не передает. Чуть-чуть видно вот эти полосы. Но тигровое такое все дерево. Может, в общем, кто знает, что это за дерево, может, я ошибаюсь, может, это что-то другое, не орех. Ну, ребята в столярке сказали, что, в общем, какой-то черный орех. Хотя вот это же явно не черный цвет, это красный. Здесь темнее. Камера что-то не хочет ничего снимать. Но это сейчас темнее. В общем, еще буду я пропитывать его маслом датским. Это так решил заснять уже заодно. Ну, интересное дерево. Текстура такая. Я фотки в конце видео выложу уже, как она выглядит, когда пропитана и заполирована. Сейчас не сильно понятно. В общем, такой тантоид. Спуски на наждаке обычным делом. Постави здесь где-то аж сюда доходит. Блин. Ну, в общем, вот так. Всем спасибо.